Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 декабря, день Андрея Первозванного. Почитается память Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Андрей родился в городе Вифсаида, недалеко от Галилейского озера, и вместе с братом Петром рыбалили. Именно Андрей стал первым, кого Иисус призвал в ученики. Презрев суету сего мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступить в брак. Ушел к Иоанну Крестителю в ученики, а после него последовал за Иисусом Христом и привел своего брата Петра. Сегодня проводили гадание, которое называлось наслушиванием воды. Для этого подходили к колодцу и слушали воду. Если на ней нет никакой ряби, значит зима теплая будет. Если же имеется, будет холодной и вьюжной. Обычно полученный результат сверяли с таким же гаданием, проводимым на Юрьев день. Целители и знахари считали этот день своим праздником. Сегодня они проводили различные магические и лечебные обряды. Их задабривали и дарили подарки. Девушки сегодня гадали. А чтобы гадание было успешным, они накануне постились и никому не рассказывали свои намерения узнать о своей судьбе. За ужином девушка отламывала кусок от своего хлеба и клала его себе под подушку. А во сне ей должен был явиться суженый. Было такой вид гадания. Заранее срывали ветку с яблони и ставили ее в воду. И если на Рождество ветка давала листочки, значит, вскоре девушка выйдет замуж. Приметы. Если снег на Андрея выпал и не тает, будет лежать до начала апреля. Если сегодня ясный морозный день, это к хорошему урожаю. Кошка вылизывает свою шерстку к ясному морозному дню. Как раз в программе «Целебная кулинария» в гостях у Юрия Шатунова. Юра, я слышал твою любимую, знаешь, вот как бы сказать, разведка доносит, что ты начал любить там строганину, что-то такое сырое. Уже давно вам. Как ты его делаешь? Откуда это пошло? Ну, вообще, это пошло, скажем так, лет, наверное, 15 назад, или, может, чуть меньше, да, там, 12. Мы приехали то ли в Сургут, то ли в Нефтеюганск, то ли, ну, в общем, там где-то в том регионе. Ну, и в ресторане, конечно же, читаю меню, ну, и спрашиваю, что это такое. А там есть рыба муцун, это местная рыба. Я говорю, принесите, попробуйте, что это такое. Они говорят, ну, это мороженое, просто рыба, порезанная тольчиками, и, соответственно, соль и перец. Ну и принесли, я попробовал, мне понравилось безумно вообще. И с тех пор, когда я нахожусь в том регионе, то есть это первое, что я заказываю. Эту рыбку. И не только эту, там есть еще рыба, нельма, по-моему, она называется. Нельма. Ага, а я, знаешь, знаю, вот как раз был Михаил Муравов в гостях, значит, что он, я думаю, что он там делает? Он также решил сделать сырое мясо. И знаешь, за счет чего сырое мясо? Все мы там думали, почему вот туда переваривают кролика. Ученые думали. И они поставили такой опыт. Взяли, значит, два стакана, наполнили желудочно-кишечным соком и бросили туда в один стакан вареную лягушку, в другой сырую лягушку и смотрят, что с ними происходит. Значит, вареная начала перевариваться и остановилась. Сырая через какое-то время полностью рассосалась, как это говорит, и зубы, и когти, и шерсть, и так далее. За счет чего? Оказывается, в клетках, клетка, да, есть такие образования, лизосомы называется, соляная кислота просто мембрану разрушает, потом мембрану, внутри где-то лизосомы, ферменты, они выходят и все переваривают сами. Судя по всему, вот вам и ответ, почему я в такой хорошей форме. И действительно, если сырую еду переваривается, ничего не откладывается в жир. И сырая еда как раз затрачивает меньше всего энергии на переваривание, и больше всего она ее дает. Но при этом надо, значит, помнить одну такую вещь. Значит, для того, чтобы там никаких там бактерий не было и прочего-прочего, вот как раз соль и перец. Почему строганина? Для того, чтобы все это тоненькими слоями, если что-то там имеется, оно просолилось, за счет соли, значит, убилось, за счет перца там еще
переварилось там или сожлось и так далее, и так далее. То есть лука, перца, соли, все это можно побольше. И даже используют яблочный уксус. Промывается это, потом меленько измельчают, кучу зелени, и получается очень хорошее блюдо, которое влияет как на здоровье. Я смотрел один японский фильм, там мясо как раз ел, ну, по сценарию это, для того, чтобы свою жену удовлетворять. Ну, возможно. У меня пока все хорошо. Хорошо. Что ты еще любишь вот из пищевых пристрастий? Ну, не знаю. Да все, по сути, я уже говорил, что я как бы ем все, что можно есть. Сырое, жареное, пареное, вареное, не имеет значения. Ну, я думаю, что мы от твоего имени приготовим вот эту как раз рыбку строганную. Манная каша, рисовая каша. Каша. То есть каша на воде, на молоке. Без разницы. С сахара, без сахара. Без, ну, как бы сахара чуть-чуть. Хорошо. И соли, соответственно, хорошо. Чуть-чуть, но так, чтобы для вкуса. Хорошо, значит, мы как раз приготовим... Рыбу. Рыбу. И приготовим кашу. И так им займем. От Юрия это было. Манго. Хорошо. Спасибо. И вам спасибо. Не буду больше злоупотреблять. Гостеприимство. Доброго здоровья. И вам не хворать. Спасибо. Как говорится. Спасибо. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечные чаи, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!